Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре проект, который называется Playgame. И данный ICO проект собрал уже свой софткап. И сегодня я хотел бы поговорить поподробнее о данной технологии. Это платформа для игр, которая основана на технологии блокчейн. И это понятие достаточно не новое. На сегодняшний день минимум несколько десятков компаний разрабатывают подобные решения. А готовый продукт есть разве что у VAX. Столь популярной эту нишу делают перспективы рынка, на которые претендуют данные компании. Игровая индустрия давно перешагнула отметку в десятки миллиардов долларов в год. Естественно, что на столь лакомый пирог всегда найдутся желающие урвать свой сладкий кусочек. Но мы сегодня будем говорить об одной компании. О компании, которая имеет несомненные перспективы даже в конкурентной среде, так как их платформа выгодно выделяется рядом преимуществ. Если удастся реализовать все заявленное, то Playgame могут запросто стать лидером индустрии. Playgame – это платформа, которая позволяет всем желающим зарабатывать криптовалюту, просто играя в любимые игры. Основой для этого является пресловутая технология блокчейн, которая управляет всеми организационными процессами внутри платформы. Подробнее о них мы поговорим дальше. А пока давайте посмотрим, какие проблемы игрового рынка способна решить данная технология. Основной проблемой сегодняшней игровой индустрии остается обилие игровых платформ. Для разработчиков это означает расширенный штат программистов и отладчиков, если игру планируют выпускать на всех платформах. Для игроков это означает затраты на покупку минимум двух консолей, компьютера и смартфонов. Это влияет и на маленькие студии, которые физически порой не имеют средств для того, чтобы адаптировать свою игру под все платформы и вынуждены ограничиваться какой-то определенной. В итоге часто получается так, что потребитель и хочет поиграть в какую-то игру, но не может этого сделать. Кроме всего прочего, для того, чтобы монетизировать контент, студии часто вводят внутриигровые покупки. Игрокам для этого приходится привязывать платежные карты к сервисам, а это сегодня, мягко говоря, не совсем безопасно. Многие вирусы нацелены на то, чтобы собирать данные платежных банковских карт именно игроков по всему миру. Монетизацию сами игроки частично получают от трансляций, турниров, но тут опять же пробиться могут не все. Порой ты можешь быть игроком от бога, но стример ты очень посредственный, а времени ездить по локальным турнирам попросту нет. В онлайн-турнирах призовые фонды на порядок ниже, да и проходят они в строго заданное время, которое для вас лично может не подходить. Это только вершина айсберга, но и эти, и другие проблемы сегодня просто решаются с помощью технологии блокчейн. Решение, которое предлагает платформа, основанное на блокчейне. Все транзакции внутри платформы происходят с помощью смарт-контрактов, что на порядок безопаснее, чем привязывать свою пластиковую карту к любому сервису. Вся монетизация происходит с помощью токена проекта PXG, что сразу позволяет создавать дополнительный заработок для игроков, продавая внутри игровые предметы. По сути, это формирует простой и безопасный рынок, доступный любому, независимо от того, кто делает игру. Большая и известная студия или же маленькая и скромная. Все получают абсолютно равные шансы, попадая на Playgame. Только игроки могут оценивать то или иное приложение, создавая самый объективный рейтинг. На Playgame.com с легкостью можно создать турнир абсолютно по любой игре и в любое время. Самим задать распределение призового фонда. И тут только ваше мастерство будет препятствием для получения части призового фонда. Разработчики для привлечения интереса могут создавать бонусные награды внутри игры в токенах PXG. Награждение за выполнение заданий может происходить абсолютно автоматически с помощью блокчейн. Это тоже далеко не все плюшки, которые может принести в игровую индустрию Playgame. Но если бы я все оговаривал подробно, то данный бы обзор увеличился в несколько раз. Так что давайте просто остановимся на основных моментах и признаем, что подобного решения сегодня нам не хватает. Основные принципы работы данной площадки. Playgame.com нужна для решения сложных задач, с которыми разработчики игр и издатели встречаются лицом к лицу. Основанная в 2018 году компания Playgame базируется в Сингапуре и финансируется инвесторами венчурного капитала высшего уровня. Они уже создали игры в Google Play и Apple App Store
с более чем 50 миллионов загрузок и миллионами ежедневных активных пользователей. PlayGame намерены использовать свои глубокие знания в индустрии мобильных игр, обеспечение безопасности финансовых операций, а также технологическую экспертизу текущей платформы для роста и масштабирования новой децентрализованной игровой экосистемы. Разработчики игр могут использовать токены для того, чтобы поддерживать зеленый рейтинг игр. Они могут вознаграждать игроков, которые поддерживали их с помощью PXG. Разработчики игр будут также получать оплату в PXG, и все это будет абсолютно прозрачно. Геймеры будут использовать свои PXG для голосования на децентрализованной и прозрачной платформе, чтобы поощрить работу своих любимых разработчиков игр, перечисляя их сразу на платформе. У геймеров есть возможность увеличить количество PXG, просто играя в любимые игры. В следующем обзоре мы более детально затронем технологию самого проекта и его особенности. А на этом у меня все, а мы увидимся в следующем разборе. Всем пока! We'll be right back.